Уже не портит картину, так что ждем отличный матч. Без изменений сегодня в комментаторском составе для вас работают Константин Генич и Георгий Черданцев. Испанский чемпионат на ваших экранах, Ла Лига Сантандер. Это Реал против мадридского Реала. Атмосфера сегодня отличная на стадионе, и надеемся, команды не подкачают. Карим Бензема. Что он нам сегодня может показать? Ну, обычно он очень здорово управляется с мячом и может один раскатать всю оборону соперника. Думаю, несколько таких проходов мы сегодня должны увидеть. Седьмая минута на стадионе Сантьяго Бернабео примечательная и выделяется в каждом домашнем матче Реал. Действительно, это традиция, ведь у Реала был такой замечательный форвард, настоящий бомбардир Хуанита. Играл он под седьмым номером, забивал очень много, и память о Хуанита осталась навсегда внутри чаши Сантьяго Бернабео. Каждый домашний матч на седьмой минуте в честь его игрового номера весь стадион начинает петь знаменитую песню «Хуанита Муравия», «Хуанита Муравия», что означает «Хуанита лучше». Мадридский Реал начинает первый тайм. И будем надеяться, нас ждет очень интересный матч и будут забиты голы. Играет в пас команда. Карим Бензема. Модрич. Казимиро. Казимиро. Будет штрафную подавать. Хорошо, голкипер выходит из ворот и забирает мяч. Казимир. Ну, такой никуда не годится. Пас прямо сопернику. Минди. Хорошо он партнера увидел. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Родриго. Есть шанс выйти вперед. Голкипер забирает мяч. Реал начинает опасную атаку. Казимир. Ну, такой никуда не годится. Пас прямо сопернику. Минди. Хорошо он партнера увидел. Защита в последнюю секунду спасает ситуацию. Родриго. Есть шанс выйти вперед. Голкипер забирает мяч.